У выніку ДТЗ водитель автомобиля Volkswagen, а так само пассажиры, двое малолетних детей, отримали телесные пошкоджения. Его 3-годовый сын и 2-годовая дочка доставлены у хирургичное отделение Столинской центральной районной больницы. Вядома, что дети ехали в машине у порушении правил дорожного руху без специальных детячих креслов. Нагадаю, это уже другое ДТЗ с уделом детей за опошние дни. 13 мая в вынику сутыкнения автобуса, на яким дети вертались до дому со споборництва у Польши, загинул подлеток 2005 года на рождение. Иншие переведены в Брестскую областную больницу. Один находится в тяжким стане и подключены до аппарата штучной вентиляции легких. Другие так само в тяжким стане, але притомности не стратил.